Наша база. Два хранилища под землей. Большое строение. Базу пересекает дорога. Здесь наши пленные. Человек 5. Их охраняют немцы. Также старые траншеи вокруг базы. Расстояние от траншеи до базы 30 шагов. От леса до траншеи 40. Наша задача при отвлекающем маневре из леса передвинуться в сторону траншей. Сергей, ты уходишь на западную сторону. Жень, ты остаешься с этой стороны. Да. Остальные все со мной. По сигналу начинаем атаку. Да. Паш, ты уходишь за холм, контролируешь дорогу. Ясно. Понятно? Да. Да. Выполнение. Минируй хранилище и потом подъездную дорогу. Есть! Это хорошо, сестричка. Все нормально. Тащи, 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 тащи их в лес. Командир, там ящики с патронами и с оружием. Я тебе где сказал быть? И с тушенкой, и с консервами много. Это хорошо. Бойцов поставь, а сам на место. Есть, есть. Все, командир. Колонна. Сколько? 4 мотоцикла и броневик.
Берем. Первое отделение к бою! Второе отделение к бою! Командир, мины заложил, но техника может не наехать, не сработает. Рома! Я. Видел, где Сашка мины заложил? Да. По моей команде будешь стрелять. Готов? Понял. А, вон они. Четыре мотоцикла. Что стоим? А, так вы подмогу ждете. Броневик. Грузовик. На броневике 5. И водитель. 3, 5, 10. Водитель. И еще кто-то в кабине. А если он не пойдет по дороге? Полем пойдет, где мин нету. Не пойдет он полем. Побоится он.